Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич, и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Голова болит время от времени у каждого из нас, а кому-то знакомо даже такое состояние, как мигрень. Но к врачу мы обращаемся редко. Сегодня в формуле здоровья мы поговорим о причинах этого состояния и о том, что же с ним делать. Головная боль может быть и разной природы, и разной силы. Если она постоянно мучает и долго не проходит, это один вариант. Если же она возникла впервые в жизни, либо ее интенсивность со временем стала возрастать, поменялось место боли, это другой. И вот здесь нужно насторожиться. К счастью, головные боли в большинстве своем хоть и мучительны, но не так опасны. И самое распространенное из них – это головная боль напряжения. Название не столь привычное нашему уху, но это официальный диагноз, который к тому же и отражает суть проблемы. В чем же особенность головной боли напряжения и как ее лечить? На эти вопросы нам ответит эксперт прямо сейчас. Головная боль мышечного напряжения, она имеет четко очерченные клинические проявления. Это двусторонняя, давящая боль, не пульсирующая, не сопровождающаяся тошнотой и рвотой и не усиливающая при банальной физической нагрузке. Как правило, он развивается у лиц, которые испытывают большие и частые стрессовые ситуации, но при этом не умеют расслабляться. При обследовании таких пациентов, при проведении компьютерной либо магниторезонансной томографии, как правило, не удается выявить никаких значимых изменений в головном мозге, что, в общем-то, и подтверждает этот диагноз. Основным методом лечения головной боли мышечного напряжения является обучение пациентам релаксирующим методикам, то есть тем методикам, которые позволяют пациенту самому научиться расслаблять мышцы в области головы. В каких-то сложных случаях, ежедневных головных болях напряжения, мы иногда рекомендуем назначение мирелаксантов коротким курсом. Кроме того, при головной боли мышечного напряжения любой пациент может использовать приемы самомассажа легкими круговыми движениями пальцев рук, выявляя болезненные точки. Любой человек может научиться снимать вот этот вид головной боли без всяких медикаментов. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ont.by и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи!